Приветствую, любители хорроров, меня зовут Ренат. Вы находитесь на канале Horror Life Game. И сегодня у нас с вами будет DLC Little Nightmares, вот. Потому что я, короче, читал комментарии, народ спрашивает, типа, DLC, не DLC, будешь, не будешь проходить? Я думаю, да почему бы и нет. Так что давайте, типа, тянуть не будем, давайте начнем. Так, выбор главы. Выбор главы у нас... Так, это у нас, короче, прохождение за шестую, а вот у нас DLC. В DLC всего три главы, посмотрим, какую длительность будут, короче, эти главы. Я просто не помню, какая длительность этих глав, поэтому посмотрим. Либо две серии будет, либо три серии. Посмотрим по длительности. В общем, давайте тянуть не будем. Да что ты делаешь-то? Вот так вот, вот. Так, данное прохождение не сохранятся? Да, не сохранятся. Пусть они не сохраняются. Начнем с самого начала. Начнем с вами проходить DLC. Я думаю, это будет норм. Так, надо потише... Ой, это... Погромче у себя сделать в наушниках, чтобы было хорошо. Так, а что-то я куда-то плыву. Я, короче, играю за пацана. Все окей. Ой. Ой-ой-ой. Там какая-то рука. Это был сон. Ему приснился просто-напросто сон. Так, что-то у меня громко. Я, наверное, еще тише у себя сделаю. Громко, тише. Непонятно. Так, надо вспоминать опять управление. Так, это бегать. Фонарика у нас нет, да? Так, это присесть. Окей, и куда нам идти? Давайте пойдем направо. Ой, там какая-то игрушка валяется на кровати. А я не смогу, да? Мне, значит, надо идти в другую сторону, но пойдем в другую. Или надо было куда-то там залезть? А, ну так типа и... А, она так открывается? Я думал, надо это... Ой, сторож ходит. Ой, сторож ходит. Ой, ходит сторож. Это, наверное, предыстория к основной части игры, да? Ходит сторож. Я помню, что мы по основной сюжетной линии мы с ним, короче, дрались, ну и типа я ему отрубил руки. Он остался без рук. И вот сюда нам надо, да? Ой. Пиявочные пиявки. Я помню, как я от них бегал. Я помню это. Ой, глаз. Короче, они сделали DLC в этих же самых локациях, но только мы теперь играем за пацана и ходим другими маршрутами. Да? Наверное, так. Да почему я не попадаю в двери? А, нам надо вниз. Ну окей. Пойдем вниз. Оп. 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 Оп, хорошо. Оп. Оп. Так, ну мы спустились. А нам типа надо теперь в другую сторону дойти. Шестая там бегает. Я видел шестую. Меня, короче, словил тогда. Короче, пойдем сейчас поверху. Пойдем, короче, поверху. Давай спускайся. Блин, да почему опять ничего не видно? Я когда за шестую играл, нормально было. Так, пошли. Вон там девочка стоит. Это шестая, стопудово. Или нет, так это другая. Так, спокойно. А почему она от нас убегает? Это не шестая. У шестой была зажигалка, а это бегает с фонариком. Ой, это фонарик в руках. Откроется? Нет, не откроется. Ну еще бы она открылась. У шестой была зажигалка, а это бегает с фонариком. Понимаете, о чем я? Понимаете? Так, оп. А нам фонарик-то дадут, а то, типа, темнотища, ничего не видно. Темнотища.
Да, мы ходим по тем же самым локациям, но... Да, это не шестая. У нее косички, у шестой не было их. У шестой, короче, причесон был, как вот у пацана. То есть такая короткая стрижка. Ну и плюс она тут ходила уже в комбинезоне. А это так. Бегает. Ну что ты, залазь давай. Пам-пам-пам-пам. Постой, девочка, ну подожди, я тебя умоляю. Давай мы с тобой поговорим, я не знаю, там... Придумаем план побега отсюда. Зачем ты от меня убегаешь? Если бы я был бы какой-нибудь там длиннорут, да-да. Другое дело. А так, ну, блядь, смысл от меня убегать? Зачем? Вообще нет никакого смысла. Ага, я понял, нам надо прыгать в дырку. Интересно, там сидит этот гном? Или нет? Короче, прыгаем в дырку. Оп, и куда? Водичка. Так, ну-ка быстро из воды. Я видел вначале там руку. Нам показывали вначале руку, и это, блин, это офигеть. Тан-тан. Да почему ты упираешься непонятно во что? Так, головоломочки, да? Головоломочки. Чемодан. Поедет или не поедет? Поедет. Значит, мы сейчас, короче, чемодан. Чемодан Чемоданович Чемоданкин. Подтолкнем сюда, к стенке, залезем на него и залезем наверх. Да? Да. Так и сделаем. Так, оп, обходим. Оп, залазь. А, я думал, надо доску оторвать. Фонарик, офигеть. Вот это другое дело. Вот это мне нравится. Я надеюсь, здесь не будет 2 миллиардов пиявок. О, пиявки. Так, бежим. Я знаю, пиявки могут быть злыми. Потому что в первой части они меня периодически жрали. Как и здесь сейчас. Как она меня схватила. Я же типа это прыгнул. Я думал, сейчас я от нее отпрыгну. Ну и типа все. А оказалось хрен там. Оп. Пиявки, пиявки. Оп. Хорошо. Оп. 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 И чё, и куда? А, типа, я делаю все правильно, да? Оп. Хорошо. Оп. Хорошо. Так, фонарик. Я вообще не помню. Я помню, что здесь какая-то будет крокозябра, короче, за нами гоняться из-под воды. Ну и типа все. На это мои воспоминания об этой... части игры заканчиваются. А, нам надо залезть сюда на этот шкафонер, да? Нет, мы не залезем. Нам, наверное, надо вот сюда. И перелезть на ту сторону. Оп. Так, ты оторвешь ее? Да, оторвет. Замечательно. И... О, мы упали в воду. Так, и куда нам надо? О, что-то шевелится! Давай плыви! А он, кстати, это... Быстрее-то и не плывет. Давай, залазь! Уф! Что там было в воде? Это за нами гоняется эта рука? Или это кто? Или это что? Или это зачем? Кто-то или что-то пытается нас съесть, да?
что нам делать здесь? И что же нам делать здесь? Так, ну-ка, Нарик. Нам надо спрыгнуть вниз. О, кстати, да. Я думал, там пропасть, а оказалось, что нет. И чё? Ой. Целая куча пиявок, которые сейчас будут за мной бегать, а мне надо будет успеть залезть в трубу, да? Оп! Я это сделал. Так, фонарик. Фонарик, отлично, замечательно. Пиявки, офигеть, какие злые, оказывается. Там кто-то скрипит. Ой. Так резко. А вон там какая-то дверь. Что за дверь? Рычажок. Ну-ка, хватайся. Хрен там, да? А, вот еще сверху какой-то рычаг. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Оп. Да куда ты прыгаешь-то? Оп. Оп. Ага. Я его включил, окей. Ну-ка. Но. Пам-пам-пам-пам. Пам-пам-пам-пам. А, сейчас наполнится вода, и мы проплывем вот в это окошко, да? Ну, типа норм. Проплывет. В смысле, это наберется вода, и мы проплывем в это окошко, чтобы попасть на ту сторону. Ну, нормально. Ну, залазь ты уже. О, здесь как? Почему ты все время выключаешь фонарик? А, вот. Решетка же есть. Фу ты чё. Я сразу же, короче, ее не увидел. Я думал, что за херня? Оп. Оп-оп. О, за нами гонится рука. Давай залазь. Опа. Ха-ха-ха. Хорошо. Так, давай на диван. Да на диван! Да как ты меня схватила, рука гребаная? У руки-то нету, он там колбасит его. Как меня могла схватить рука? Я типа успевал. Я уже залазил на диван. Я уже это делал. Я уже был почти в том месте, куда мне надо было попасть. Так, рука, рука. Стоямба. Давай! Залазь! Оп! Хрен тебе, рука. Так, нам надо, короче, вот до того ящика. Ой, она здесь. Она здесь ходит. Она ходит, если я сейчас прыгну, я прямо... О! Нифига себе, да ладно. Так. Бегом. Бегом! Так, нам надо очень быстро плыть, очень быстро. Она почти здесь! Оп! Оп! Опа, я успел. Опа, я успел. Нифига. Она, короче, пытается скинуть меня. Это гребаное ручище. А здесь что делать? Типа нам, короче, надо допрыгнуть до той платформы, до дальней. Вот куда я сейчас фонариком свечу. Допрыгнуть до той платформы, залезть. Наверное, туда надо, да? Там какая-то бутылка стоит. Тихо! Так, с разбега. Оп! Да я хотел прыгнуть! О, рука! Все, мне хана. Оп, я успел. Я успел! Оп! И чё?
Что ты делаешь? А, это типа как статуэтки, когда мы играли за шестую, только здесь он собирает какие-то свитки. Ну и типа, нафига я сюда вообще залез? Для каких целей? Там может что-то сверху есть? Вон она! Это какая-то бабка там плавает, что ли? Офигеть. Там, короче, плавает какая-то бабка. Так, хватайся. Оп, вперед. Вперед. О-о-о! Я это сделал. Ну... Оп. Так, и что мы это делаем? А, мы что-то поднимаем. Да отпусти! Она схватилась там. Собака. А, ключ висит. Ключ висит. То есть, короче, нам надо... А, это не ключ, это крюк. Короче, нам надо зацепиться за этот мешок, перепрыгнуть на крюк. Да? Из крюка перепрыгнуть вот сюда. Я тебя понял. Пам-пам-пам-пам. О! Я чуть не отпустился. Так, вот так вот приблизительно. Оп! О, я упал! Беги быстрее, плыви! Плыви и ползи там, что-нибудь делай. Да что ты делаешь? Да он не залазит туда. Он не залазит. Там какой-то ящик с каким-то следом. Может, надо было скинуть его? Этот ящик. Ну-ка, сейчас попробуем его, короче, спихнуть вниз. Ну-ка, давай. Спихнет он его, нет? Нет. А он только на него залазит, на этот ящик. Я думал, его надо спихнуть в воду. Что ты делаешь? Залазь наверх. Оп. Блин, вот с этим псевдо-3D в платформерах. Да отпусти ты этот мешок уже. Отпусти, не надо за него цепляться, не нужен он тебе. Так, вот так вот, да? А допрыгнули я? Вот так вот я сделал. Нет, чуть-чуть ниже. Вот так вот, вот. Во-во-во. Прям вообще топ. Да я не допрыгиваю до этого грёбаного, блин, крючка. Как это сделать? Я не допрыгиваю до этого грёбаного крючка. Как это сделать? Как? Как мне туда запрыгнуть? Каким образом? Что мне надо сделать для этого? Для того, чтобы он зацепился за этот крючок? Может, надо все-таки... Да отпусти ты этот мешок, ты задолбала! Может, мне надо было все-таки поднять его на максимальную высоту и типа с самого верха надо прыгать? Ну, типа, я тогда до него не допрыгну? О, тихо! Чуть-чуть я не перелетел. Да как-то! Это бред! Это бред! Это бред, я не знаю. Короче, мне надо забраться на этот крючок, раскачаться на нем и прыгнуть сюда. Это сделать нереально, я не знаю. Разработчики, вы угораете. Это нереально сделать, это крайне сложно. Капец, блин. Это крайне сложно. Отпусти этот грёбаный мешок. Отпусти его. Может, мне действительно надо прыгать вот прям... А может быть, на нем можно... А, нет, он не раскачивается, он только перемещается.
Давайте вот отсюда. Вот так вот, короче. Вот так вот, наверное. Прыгнем, да? Да я не допрыгиваю, я не знаю. Я не знаю, что делать, он не допрыгивает. Он просто-напросто не допрыгивает. Не допрыгивает. Я не знаю, что делать. Попробуем сейчас, короче, поднять мешок на самый верх. Прям вообще на самый верх. Ну что ты делаешь-то? Прям вообще на самый верх. Попробуем его поднять и зацепиться за него с разбегу. Но мне кажется, я не допрыгну. Это будет фейл. Это будет эпический фейл. Фейл. Ну, естественно, естественно. И он не забирается обратно наверх. Он не забирается, я не знаю, почему. Он не хочет этого делать. Это какой-то бред. Что случилось? Почему я не могу запрыгнуть? Какой здесь секрет? Как это сделать? Он не допрыгивает, я не знаю, в чем проблема. А может быть, мне не надо на этот крючок? Может быть, я с мешка смогу перепрыгнуть сразу же в ванну? Ну-ка, давайте попробуем прям сразу же, короче, в ванну скакануть. Может, я сейчас занимаюсь ерундой? Типа там запрыгнуть на крючок. Да отпусти ты мешок, ты коза ты драная. Ну естественно. Куда ты полез? Давай наверх. Оп. Да почему ты не зацепил? Ой, блин, это такая жесть. Это просто жесть. Это нереально. Это просто нереально. Он ударился головой в мешок и не зацепился. Хотя я держал кнопку цепляться. Я держал ее. Это что-то нечто. Зачем делать так трудно, я вообще не понимаю. Ну это же типа платформер. Я понимаю, если это был бы платформер какой-нибудь там Souls-like, да? Базара нет. А в таких-то зачем делать настолько сложно это все? Что ты делаешь? Куда ты? Так, посмотрим сейчас. Сейчас корабль отклонится в другую сторону, и мы попробуем допрыгнуть до ванны. О! Нифига себе! Да ладно, я зацепился за крючок. Опа! Так. Жри. Ну, давай вот так вот. И вот так вот. А за второй-то крючок я, типа, не зацеплюсь.
Посмотрим, успею я или нет. Я думаю, что я успею. Я должен, блять, успеть. Я успел! Я успел, офигеть! Я думал, это все. Финита ля комедия. Зачем мне дают тапочек? На тебе. Офигеть, это было трудно. Это было реально трудно. То есть я там сейчас проскакал, наверное, минут 10. Если, короче, не больше. Потерял игровое время. Просто я потерял игровое время. О-о-о, а здесь-то мне не залезть, да? Мне надо вот сюда вот наверх, значит? Нет? Нет? А куда? Так, смотрим, что тут есть. Какие-то дверки. Но здесь, короче, ничего не открывается. Так, ну-ка. Что мне надо здесь делать? Вон там... какая-то петля. Но крутилки-то нету. Крутилки-то нету. Нифига не понимаю. То есть... крысы там. Там сидели крысы. То есть... А как мне... открыть дверь? Каким образом? А, вот, я вижу. А, вот оно в чем дело. Блин, до меня еле доперло, я думал, офигеть. Так, а здесь нам, наверное, надо наверх. Да? О, спускается вода. Нифига себе. Вот, а как нам теперь спуститься? О! Чуть не упал. Так. Я понял. Нам, короче, надо сейчас будет залезть на стол и скинуть эту хрень, да? Да тащи ты этот... табуретку эту. Интересно, а высоты табуретки нам хватит, чтобы залезть туда? Да хватит. Что ты делаешь-то? Ну скидывай ее. Опа. Тин. Пиявка. Так, а ключ у нас от чего? Вот здесь вот у нас замок висит. Да, там висит замок. Так. Зачем ты выкинул его? Я хотел прыгнуть. Беги! Беги! Пиявка очень медленная. Ты успеешь. Давай беги. Оп. Уф. Пиявка была очень медленная и бесполезная. Поэтому ее обмануть вообще, блин, там 2 секунды. Обмануть ее, обойти, оббежать... и больше ничего не делать. Так. Что такое? Искричество какое-то, да? О, это спустить воду. Ага. Так, это спустить, короче, воду. Это у нас спустить воду. А это зачем? А, он это пихает. А, все, я понял. Так, а у нас тут еще одна... такая же хрень есть. А, я понял. Так, ну-ка. Эту мы, короче, ставим вот сюда. Эту мы ставим вот сюда. А вторую... да, цепись ты от нее. Вот он цепляется и потом не отпускается. Приходится несколько раз нажимать, короче, на кнопку, чтобы он отцепился.
А попасть нам обратно... Как нам включить воду? А если мы обратно включим воду, нас убьет электричеством? Если мы включим воду, нас убьет электричеством. Интересно, он по этой решетке залезет наверх? Я понял, нам... Короче, нам надо подать воду сюда. И потом перепрыгнуть через эти хрени туда. Опять, короче, темно и ничего не видно. Так, разбегаемся. Оп, оп, оп! Это фейл. Это реально это фейл. Это просто эпический фейл. Давай, вставай. Так, я надеюсь, нам не надо будет сейчас ничего двигать, да? Не надо будет. Погнали. 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 О, мертвая крыса. Ой, она не мертвая. Или мертвая. Но она валяется, типа. Она почти, короче, мертвая. Так, дырка в полу. Наверное, ну надо в дырку, да? Или нет? Нет. А может, да. Это бабуля! Это бабуля! Это, короче, мерзкая бабуля. Так, сейчас будет соревнование на скорость. На скорость по прыжкам и лазению. Нифига. Так, быстрей. Оп. Бабуля, не надо. Не надо. Оп. Так. На тебе рыбешку. На тебе рыбешку. Так, она плывет ко мне. Она, сучка, плывет ко мне. Давай, залазь! Залазь! О-о-о! Я думал, я не успею. Оп! А я успел. А я успел, я смог. Так, куда нам надо? Нам надо добраться до тех бочек. Это будет трудно. Ой, она там что-то ломает. Давай, бегом. Оп. 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 Я успел. Я успел. Так, дальше. Вот сюда. Окей, берем разбег. Опа. Она прям рядом с нами. Залазь! Бегом! Бегом! Я не знаю, куда, но куда-то, короче, надо плыть. Вот сюда надо плыть, на ящик. Давай бегом! Еще раз! Оп! Обосралась, да? Ох, бабуля, бабуля. Так, лодка. Лодка, это хорошо. А дальше что? А дальше нам... О-о-о, там большое расстояние-то. Давай. О, она прям рядом! Это шикарно. Это фейл. Это фейл! Нет, это был не фейл. Я успел. Я, как обычно, успел. Потому что что я делаю? Я тащу. Меня так просто не схватить. Я умею. Я умею убегать от таких монстров. Так, бумага. Все, она промокла. Она упала прямо в воду. Так, что у нас там? Какие-то крутилки. А-а-а. А я до туда допрыгну. Так, а здесь, может, поверху можно пройти. Но вот там вот вверху есть. Сорян. Сорян, надо запить водички. А, там сверху, короче, есть дыра. Не знаю, сможем ли мы допрыгнуть. Я не допрыгнул. Хорошо, что я не убился. Так, а здесь нас пропустит или нет? Давай, залазь. Да. Оп. Так, хорошо. У нас есть ключ. У нас есть ключ. Что ты ел? Надо было спрыгнуть. Короче, нам, значит, надо что сделать? Какая-то кнопка. Это, наверное, спускать воду, да? Так, хорошо. Мы спускаем воду.
мы спускаем воду, берем ключ. Да что ты делаешь-то? Ну зачем? Вот. Положили его на чемодан. Теперь мы берем чемодан. Подтаскиваем его к самому краю, да? Прям к самому. Так, подожди. Банка, уйди отсюда. Ты мешаешься мне. Прямо вот вплотную просто чемодан. Прям вплотную. Прям вот так вот. Прям еще вот так вот. Вот. Прям вплотную, короче, чемодан. Включаем воду. Ну? Ключ поднимается. Мы его... Поднимается ключ, я говорю. И... У меня слов нет. Почему ты его не взял? Почему ты это сделал? Да куда ты его бросаешь-то на чемодан его кинет? Он его бросает вообще, блин, непонятно. Вот! Вот. Идеально. Идеально. Идеально лежит ключ. Теперь мы поднимаем чемодан, забираем ключ. Поднимаем чемодан. Так, мы же можем сделать вот так вот, да? Типа подпихнуть его прям плотничком, чтобы можно было пройти. Оп, залазим, берем ключ, переходим и начинаем крутить. Что мы там будем крутить? То есть, вернее, что откроется? А, дверка откроется? Давай, крути, инвалида, кусок. О, это на время? Офигеть, так а я не это. Так а я типа не... Я тебя понял. Короче, нужно чемодан оставить посередине, чтобы двумя прыжками допрыгнуть. Ну, опускай воду теперь. Опускай. Так. Короче, чемодан надо... Да пройди ты туда, он туда не проходит. Во, во, давай вперед. Так, чемоданий стоит по центру. Мы поднимаемся. Блять, я, наверное, не допрыгнул. Надо было его поставить поперек, скорее всего. Давайте так и сделаем, чтобы потом 100 раз, блядь, не скакать. Да схватись ты за этот чемодан. Он его не поворачивает боком. Я не знаю, почему. Но. Он не поворачивает его боком. Игра это сделала специально. Я понял. Игра это сделала специально, чтобы было невозможно его повернуть боком. Окей, я понял. Ладно. Самое главное, что чемодан сейчас стоит посередине. Мы сейчас его поднимаем и с разбегу в два прыжка преодолеваем это расстояние. Но... Оп. Побежали. Да я не успеваю, блин. А вот так успеваю. А почему? А почему я тогда не успел? Это трудно. Да, блин. Ладно, ладно, я понял.
Да что ты делаешь-то в другую? На себя крути. На себя крути. Я запнулся об текстуры. Я просто запнулся об текстуры. А я бы уже мог выйти. Я бы уже мог... Нифига, 40 минут уже играем, офигеть. Скоро надо будет заканчивать серию, а я типа не алё еще. О! Я успел! Я... Или меня раздавило? Меня раздавило? Меня раздавило, да. Да, меня раздавило. Блин, меня раздавило, офигеть, да ладно. И ручка опять лежит на другой стороне, вы прикалываетесь. Ой-ё. Какой это капец. Ну, короче, наверное, придется вырезать часть контента. Как я тут прыгаю. Так. Всё, вот здесь вот ложь. Молодец. Молодец, молодец, как соленый огурец. Так, а я могу, допустим, пихнуть чемодан? Да, я могу. Его надо было, короче, значит, вплавь, да? Вот так вот. Так, оп. Хватай. Оп. Мы про... Отлично, так это прям вообще топ. Так, ага. А теперь мы можем его, допустим, отпихнуть, если, допустим, ну, я вот так вот начну прыгать на нем, да? Вот. Он отпихивается. Ну, отпихивайся еще. Во. И теперь мы, короче, его ставим вот здесь вот. По середине стой, дальше не плыви. Дальше не плыви. И ничего спускать теперь не надо. И ничего не надо вообще спускать. Теперь, да ну, давай, тащи, давай, крути. И теперь мы прям отсюда напрямки будем, короче, скакать. Так, побежали. Оп. 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 Оп, прикиньте, с первого раза. Офигеть. Надо было всего лишь поставить чемодан правильно. Почему изначально это было невозможно сделать? Почему игра мне не давала этого сделать? Ой, эту дверь-то, она откроется, нет? Может, ты ее уронишь? А, ну вот он ее уронил. Я упал. Бабуля проснулась. Офигеть. Опа. Так. Давай, залазь. Давай. Оп. Она почти меня схватила. Она топит эту хрень. Да подожди, бабка. Подожди. Подожди! О-е! Я думал, все, мне хана. Я думал, мне хана. Так, бежим. Бежим, хватаемся. Хватаемся. Бежим! Здесь надо делать все очень быстро. Прям очень быстро, мега быстро. А зачем я сюда забрался? Мне надо вот сюда, наверное, скорее всего. Я не знаю. Я не уверен в этом, но я сюда пришел. Зачем я сюда пришел, хрен знает. Вот оно что. Я типа, короче, включил телевизор. И что дальше? Ну, типа, телек я включил, а дальше-то что? Блин, надо было прыгать. А тут вообще, короче, ничего нет. И что делать-то? О, рука! Рука меня схватила. А что надо было делать-то? Я что-то не понял. Ну, она меня схватила, а дальше-то что? Как мне попасть к телевизору? Телепорт, как у... В этом... у Мона из второй части... должен быть.
Или... Так, я, значит, могу попасть вот сюда. Типа... все, я понял. А что я сделал? Я воду поднял. Офигеть. Я, короче, поднял воду. Ага. Так. Я поднял воду. Это хорошо. И теперь я смогу подобраться к телевизору. О, она все ломает. Сучка старая. Она все ломает. Тихо, тихо, тихо. А что делает-то? О, надо телек спихнуть. Надо телек спихнуть. Давай, пихай быстрее, ее убьет электричеством. Пихай его быстрее. Да пихай телек-то, придурок. А вот и бабуле пришел конец. И это хорошо. Так, теперь главное самому не упасть. Вот, да что ты делаешь-то? А типа как я? А мне надо теперь поднять воду еще выше, что ли, или что? Что надо сделать? Не понял. Или мне надо наверх? Нет? Да нет, вроде. А может и да. И кого знает. А, ну сюда нет смысла прыгать, потому что здесь, типа, ну все сломано. Я думал, может, можно еще поднять воду. Короче. Бабка сдохла, хвост облез. Кто слово скажет, тот ее съест. Но меня это не касается, я должен говорить. Меня это не касается. Бабка, короче, сдохла. А как мне запрыгнуть теперь в ту дырку-то? Ну, типа, я не могу... Ножки у телевизора мешаются. Так а я не могу туда залезти. Да зачем ты отпихиваешь-то? Надо наоборот подпихнуть туда. Ножки от телевизора не дают мне... Да зачем ты залазишь? Подпихни этот гребаный телевизор. О, он прошел через ножки? Да ладно, не может быть такого. Что? Что за глюки, алё, игра? Блин, игре уже... Да что ты делаешь-то? Да залезь ты на этот телевизор. Вот! Наконец-то! Наконец-то! А что ты делаешь? Ты можешь оторвать? Там какая-то бутылка лежит. А, там бутылка лежит. Нам сейчас... Сейчас мы, короче... Заберем, что там есть в бутылке. Опять какой-то свиток там, да? Бабка сдохла, хвост облез. Кто слово скажет, тот ее съест. Ох, зрители наедятся бабок. Вот этих вот водяных. Водяные бабки. Так. Водяные бабульки. А чё, типа, нам как-нибудь скажут там про окончание главы или нет? Что-то будет такое? Типа там глава закончилась, там давай следующую главу. О! Он меня схватил. Он меня схватил. Это был, короче, длиннорук. Это был сторож длиннорук, которому мы отрубили руки в оригинале. А я помню эту касцену. Шестая здесь сидит, да, она сейчас, короче, клетку уронит и вылезет. А вот мы сидели, вот нас утащили, офигеть, вот оно.
Вот оно в чем дело-то. Это конец главы, да, был? А у нас, короче, три главы. Если это был конец, ну, то типа нормально. На каждую главу по одному часу. Да? Да. Я думаю, что да. Так, давайте, короче, дальше смотреть не будем. Я с вами на этом прощаюсь. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Следующую главу мы будем проходить прямо с этого же самого места. Следующая серия у нас выйдет завтра. Вот, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, писать ваши комментарии, писать ваши пожелания. Всем пока и до скорых встреч.